Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя, безумные мутанты. Улучшить комнату, заберем с тобой награду. Так, отлично. Здесь у нас что? Ресурсы. Ну-ка. Какой ранг? Подожди, а где забрать-то? Эй. А, вот, елки-палки. Все время не туда кликаю. Так, 500 кубков. Ух. Слушай-ка, это шикарно. Так, подожди, а что-то еще можно же здесь забрать? Ага, вот здесь я не забрал, понял. В остальном все у нас. Да что ты будешь делать? Что опять? Где я что-то не добрал? Ага, вот это все, оказывается, нужно было собрать. Понятно. Так, здесь у нас что происходит? Так, у нас с тобой два варианта. Либо мы с тобой прокачиваем какого-то персонажа до 160 уровня, либо мы с тобой прокачиваем Ренет и Айздака. И, соответственно, смотрим, что они из себя представляют. Давай я попробую все-таки прокачать чуть-чуть Ренет. Уж больно мне хочется глянуть, на что она способна. Так, все, да, закончилось. Итого она уже 122 уровня. И где она у нас находится? Блин, я-то, честно говоря, думал, что она где-то уже наверху будет. Подожди-ка, у нас кожеголовый 110 уровня переплевывает Ренет 122 уровня. О, как все запущено, друзья. Так, ну что, мы с тобой получили Рокстеди. Так, что у нас еще, да, можно? Ага. Это у нас Донателло. Крутенько. Так, давай дальше. На этом мы не останавливаемся. Опять Рокстеди. И последний шанс. Это у нас Рафаэль. Все, я прекрасно понял, друзья мои. Дальше что? Забираем здесь награды. И, соответственно, у нас будут сейчас с тобой определенные задания. Я уже вижу. Сыграть 5 боев ПВПшных и сыграть в приключения. Так, подожди-ка, я не понял. Что такое? Я же реверт хочу забрать. 25 синих кубков. Отлично. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, тогда мы с вами быстренько пробежимся в ПВПшке. В ПВП. Может быть, здесь, кстати, и взять нам с тобой Ренет и просто посмотреть, что она себе представляет, а? Где она у меня? Ренет. Погоди-ка секунду. А, вот она. Так, если мы ее берем, то вместо кого? Вместо Сплинтера? Давай просто посмотрим. Просто посмотрим. Так, уберем с собой Сплинтера. И поставим... Блин, Сплинтера, конечно, я зря, наверное, убираю. Ну, на один бой можно глянуть, да? Что же она делает? Так, она стреляет из посоха. Так, а какой-нибудь суперудар у нее есть? Пока что-то не могу понять. Где она? Я ее потерял, елки-палки. А, ее уже все. Ее уже завалили, друзья мои. Если честно, я не совсем понял, что она умеет делать. Я бы даже сказал, совсем не понял, что она делает. Видимо, ей здесь не место. Надо будет ее где-то в другом месте тестить, но не здесь. Так что я, пожалуй, здесь верну обратно себе Сплинтера. Так, Сплинтер, подожди секунду. Хотя тут, знаешь что? Здесь можно Моночку вернуть. Хм. Но Мона, она в самом, извини меня, хвосте практически, да? Я думаю, что толку от него здесь не будет. Давай пока вот так вот сразимся. Я вторую скорость поставлю. Так, здесь у нас Зэк. Блин, на второй скорости, ребят, не люблю играть, потому что, ну, нифига не понятно, что происходит. Не на первой-то очень быстро здесь все мелькает. Так, Шреддер, молодец, правильно, минус Донни. Так, Зека вот, пожалуйста, уничтожьте. Так, тут Леонардо сейчас, я смотрю, погибнет, да, вражеский. И остается... Так, тут Рафаэль и там Зек. Ну, я думаю, Зека мы сейчас быстренько распинаем, да? И Рафаэль со своими прыжками, да, рывками. Как говорится, ничего у него не получилось, и мы его раскатали. Замечательно, двигаемся дальше. Нам нужно еще с тобой... Сколько? Еще 3 боя.
Ни много ни мало, но три боя. Поехали. Блин, я вот так вот смотрю на Эйприл, да? И все время мне кажется, что нужно ее прокачивать, потому что она довольно хороша. Она в бой, в принципе, не лезет, да? Где-то там на отшибе стоит и постоянно... Она же бафает вражескую, ну, свою команду. То есть все против нас идет. Смотри, 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 Рафаэль пытается ее наказать, но ничего не получается у нас. И мы уже потеряли сплинтера, я тебе скажу. Что-то у меня аж язык заплетается. Так, елки-палки, уже Донни минус. Что за дела, друзья? Это все из-за Эйприл. Видишь, она стоит, у нее полненькое здоровье, понимаешь ли. И она себе стоит спокойненько там, комментирует, блин. Плюс она вводит в заблуждение моих персонажей. Вон у них такие знаки-вопросики. И они не знают, что сделать им. Но, тем не менее, мы с тобой здесь выиграли. И это круто. Так, кубки, да, как говорится, мутаген. И металлолом мы с тобой получаем. Так, остается всего ничего. Два поединка. Поехали. Я, по большому счету, вот в данный момент обожаю, ребята, наблюдать именно за Шреддером, за его действиями. Потому что он двигается, ну, по крайней мере, за ним можно проследить. В отличие от Рафаэля, который тут летает, как Сайгак, или тот же самый Рок, кстати, который бегает через все поле. За ними очень тяжело наблюдать, тем более, когда здесь всякая вспышка. Ты сам видишь, да? Вспышки, дым, хлопки, что только тут не происходит. Так, слэш, слэш. Так, ну, ага, минус Раф, и остается слэш. Так, все, ребята, мы его победили. Ну что же, пошли с тобой на последний бой, но вначале возьмем награду. Итого мы получаем 603 тысячи мутагена и 268 тысяч металлолома. Окей. Так, еще один все-таки поединок нам нужно сделать. Это обязательное условие, это ежедневки, друзья мои. Ага, кстати, а вот и Айздак. Что же он делает? Давайте хотя бы посмотрим на него. По крайней мере, я вижу, он стреляет так же, как, в принципе, наш Рокстеди. Но Шреддер ему нехило сейчас звездюлей влепил. Почти с двух ударов, ребята, он этого Айздака снес. Так что Шреддер крутой чувак. Так, сейчас мы с тобой, наверное, и Рахзарчика уничтожим, да. И все это делает Шреддер. Так, остается Мондагека. Все, его тоже порвали. Ну вот и прекрасно. И нам дали дополнительный бонус. Ну что же, то же самое. 603 тысячи мутагена и 268 тысяч металла. Так, здесь мы с тобой выполнили задание, поэтому забираем с тобой награду. Нам нужно еще с тобой подраться на 6-м канале. Давай мы это быстренько с тобой сделаем. Так, ну что, я думаю, мы порвем этих ребят. Да, у нас даже по мощам выходит круче. Поехали. Стенка на стенку. Так, ну его Донателло почему-то будет посерьезнее, чем мой. Так, хотя подожди, обстановка меняется. Шреддер там раздает звездюлей. Мондагек сейчас, по-моему, погибнет. Да, ребят, погиб. Так, что у нас там происходит дальше? Кейси сейчас тоже отдуплится. И кожеголовый, видимо, да? Ну, что вы там делаете? Так, минус Раф. Донни с Донни тут разборки учиняет друг против друга. Все, раскромсали. Отлично. Ну что же, здесь мы подрались. Соответственно, мы с тобой можем забрать награду. Вот она. Так, можем прокатить... Прокачать дуджи или воркшоп. Я думаю, что воркшоп сделаем. Так, опять награда. Забрали. Что это за свитки? Что они нам дают? Я не знаю. Так, секундочку. А здесь-то что? Ничего нету? А, смотри-ка. Машинка показывает, что я что-то сделал. Непонятно что, правда. Так, ну что, давай попробуем с тобой... Ага, это у нас сплинтер, да? Немножко мощей на него нашли. Так, дай-ка я посмотрю, может быть, что тут по монеткам у нас, а? Не? Никого не хотят мне дать. А если боксы? Опачки, друзья мои. Я могу выцедить Зака. А Зака у меня нету. Поэтому
я, пожалуй-ка, его возьму. Поехали. Я не знаю, насколько, правда, этот Зак хорош, но выглядит он довольно симпатично. Прикольно. Не забывай, что он трехзвездочный. Так, здесь мы с тобой еще делаем попытку. Так, только уже, опа. Неплохо, ты видел сколько? 462 мощей к ней прибавилось. Да, это круто. Блин, что же нам с тобой сделать-то, а? Прокачать, не прокачать, а? Шреддера. Блин. А с другой стороны, мы могли бы прокачать другого персонажа, причем довольно неплохо. Вот Зэк созрел. Так. Новый какой-то скилл. Мне почему-то кажется, что за всеми здесь не урваться. Понимаешь, хочешь прокачать, конечно, всех, как бы и надо, но как это сделать? Элементарно не хватит ни мутагена, да? Ни всего прочего. Так, улучшили скилл. Окей. Короче, я его смог прокачать до 106 уровня. И я считаю, что это неплохо. И он даже переплюнул Айздака. Окей. Так, ну, блин, тут у нас опять награда. Забираем. Отлично. Ну что, блин, да что ты будешь делать-то? Что опять? Сплинтер, тебе-то что надо? Хочешь уровень получить? Все. Ну, а теперь давай, наверное, в приключения пойдем. Так, через три поединка, через четыре у нас будет с тобой босс. Так, вы темпрессу-то эту валите? Да-да-да-да-да, вот именно. Давай, Рафаэль, или ты кого? Ты на солдата переключился? Смотри, смотри, смотри. Шреддер, тебе надо со спины. Вот, она начинает бомбить. Есть. Темпрессу эту завалили. Минус солдат. А, тут у них вон кто. Зоркс бегает. Ну, он добегался, считай. Все. И опять у нас выпадает бонус. Ну что же, награды получили, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, раз, два, три. Ну да, три поединка, и потом вылезет. Я надеюсь, это будет не трек. Это будет обычный солдат, вот такой вот каменный. Только гигантский. Так, смотри, 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 смотри. Молодец, Рокстеди. Но вот он почему-то по ней стреляет, очень мало отнимает у него хп. А это начинает, в свою очередь, уже бомбить магией. И это плохо. Ну, так, а кто... А, у них здесь еще крысиный король, оказывается, есть. Вот оно что. Так, минус гранитор только что был. Фига она там жаривает. Ты посмотри, у меня осталось... Хотя, в принципе, можем выиграть. Не могу понять, кто там с полными хп. А, это крысы там прыгали. Так, ну что, остается крысиный король. И я надеюсь, вы не того бьете. А, все, все. То есть Шреддер пробил крысиного короля, а эти уже добили, как говорится, крыс. Я их понял. Так, ну здесь, я думаю, ничего сложного нету. Антракс — это фигня для нас, да? Смотри, мы, кстати, неплохо с тобой справляемся даже без Чингиза. Я думал, что мы будем здесь фейлиться. Но нет. Хотя, мне кажется, если мы, например, с тобой уберем из команды Сплинтера и поставим Чингиза, мы ничего с тобой не потеряем. Ну, не считая, конечно, что мощь у нас станет меньше в разы. Так, ну что, что там? А, Антракс. Ну да, естественно, он только один тут и выживает. Готов. А он у меня есть, по-моему, да? Но он двухзвездочный, а мне как бы двухзвездочный нафиг не нужен. Так, ну что же, следующий поединок. Поехали. Так, а здесь уже смотри-ка. Крысиный король. Антракс. Слэш. Зоракс. Блин, а он силен, этот Слэш. Шреддер, когда прыгнул, сделал свою серию ударов, да? И ему по барабану. Даже половину хп не отняли. То есть Слэш действительно крепкий чувак. Надо будет об этом подумать. У меня же есть и Слэш, и...
Токка у меня есть. Так что можно, как говорится, любого брать, да? И прокачивать. А потом пользоваться им. Ну, давайте вы этого уже Антракса забомбить уже. Блин, а у меня Шредер погиб. А когда это он умудрился отдуплиться-то, эй? Я даже не увидел этого момента. Но Шредер у нас уже был погибший. Так, и опять нам дают с тобой бонус. А вот, друзья мои, и босс. Так, и кто это? Ну да, это каменный солдат, это не трек. Поэтому переживать не стоит. Мы его сейчас быстренько ушатаем здесь, поверь мне. Хотя спринтер опять, как всегда, получает. Слушай, хоть он и обычный каменный солдат, но он все равно какой-то бонус делает. Ага, у него скилл Протект, то есть все-таки он кастует, да, щит. То есть либо он дает дополнительную защиту, но он вроде бы не стакает броню. Так, у меня сплинтер уже погиб, как всегда. Мы уже босса замочили, а этих все еще разбираем. Да это все Антракс бесит, вон он там начинает плясать, видишь? Я не могу понять, что вы с этим разобраться-то не можете, эй! Так, у нас осталось три персонажа, если честно. Сможем ли мы с тобой справиться с Антраксом? Вот меня что интересует. Так, Рокстеди делает рывок. Так, Рафаэль. Донателло, тебе бы подхильнуться. Слушай, прикинь, сейчас еще... Да нет, не сфейлимся. Отлично. Рокстеди и Рафаэль победили. Кстати, я так и не посмотрел, кто у нас там будет с тобой следующий босс. Ну что, тут Гранитор плюс Слэш, Крысиный Король. Слушай, он, по-моему, знаешь, с чем находится? Что у него за оружие в руке? По-моему, у него проща. Ну не может же быть просто веревочка на камне, согласись. Это проща, скорее всего. Так, ладно. С крысками сейчас разберемся. Потому что всех уже практически победили мы. Кроме Слэша, да? Да, мы его тут хорошо сейчас прессанули. Ну, господи, ну что вы не можете его забомбить-то? Шредер, ну... Все, молодцы. Так, и опять бонус. Так, а здесь у нас с тобой три каменных солдата, плюс Антракс и Слэш. И я думаю, никаких проблем не будет. Можно, конечно, ускорить на вторую скорость, ребят, но... Так будет неинтересно. И у Донателло вот эту вот бабочку, которую он бросает, почему-то она так мало отнимает урона. Ну, совсем как-то не айс. Так, вот Шредер, да, я понимаю, как зажгет, так зажгет. Так, Слэш, каменный солдат и тут еще Антракс. Что же делает Сплинтер, когда кастует? Я никак не могу понять. Я вначале думал, что он стакает нам здоровье. Хилит. Ну, ничего подобного, ребята. Он что-то другое делает. О, ты видел, сколько Шредер отнял здоровья у него? У этого Антракса. Очень много. Так, дай-ка я все-таки гляну, что здесь будет за босс. Ага, а вот здесь, друзья мои, будет трек. И, кстати, мы с тобой когда пройдем, я думаю, мы уже перейдем с тобой на следующую главу. Что-то этим здесь попахивает. Ну что, здесь Темпеста, да, Крысиный Король, Зорокс мы видим и Слэш. Опять же, ребята, мне здесь нравится Шредер чем? Тем, что у него есть свой рывок. И он бьет в основном противника именно со спины. То есть нанося крит урон. Вот это, на самом деле, имба. Так, Рафаэльчик тут распрыгался. Нет, Сплинтер не выдерживает, ребят. Он натиск не держит. И по большому счету, я вот сколько смотрю, он... Больше все-таки работает на баф, чем бегает и атакует. Вот и поплатился он головой своей. Так. Минус Крысиный Король. Это кто? Это Слэш тут бегает, да? Так, а у нас Сплинтер завалили и Донателло. Так, давай, немножко осталось. Минус Зоркс и теперь остается Слэш. Ну давайте, ребята, ну все, красавчики.
Так, это у нас последний бой и будет, по-моему, босяра. Так, вот они опять переключились на солдат, на антракса. Почему никто не хочет бомбить Темпесту? Вот, 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 давай, Шреддер, ой, Шреддер, Рокстеди, пока ты здесь стоишь, бомби по ней. О, Шреддер подлетел. Так, осталось совсем чуть-чуть. Ну, сделай рывок, ё-моё, Рокстеди. Молодец, красавчик. Так бы и давно. Так, Донателло у меня уничтожили. Сплинтера тоже уничтожили, смотрю. И остается здесь каменный солдат. Мы его тоже расчехлили. Ну что, друзья мои, блин, опять бонус. Нет, я, конечно, не против, но давненько их так много не давали мне. Ну что же, а вот и трек. Точно? Точно, ребята. Собственно, персона. Блин, вот здесь будет сложновато. Но я надеюсь, что мы его все-таки продавим. Потому что вот трек именно, он стакает броню. Ага. Минус солдат. А, тут еще и гранитур у них. Да кучи. Допустим. Так, у нас опять сплинтер, да? На грани фола. Сейчас допрыгается. Блин, гранитур. Ой, это трек, ты даст запарил уже вот, стакать свою броню. Давай, давай, давай. Все, минус гранитур. И остается лишь трек. Ну, одному ему, ребята, здесь не справиться против нас. Поэтому мы его сейчас будем бомбить. Что он там показывает? Кому он там показывает, не пойму. Все, трек, тебя сейчас забомбят здесь со всех сторон. Даже не вякай. Шикарно. Опа, ребят, как я вам говорил, мы прошли главу. Ух ты. И куда это мы там отправились? А это кто? Хм. Непонятно. Так, ребята. Дементор, да? Ток. Вот, вот это, кстати, должна быть сильная команда. Тут у них и Тока есть. Тут у них и Антракс. Но вот этот хлыщ, по-моему, ватник. Я могу, конечно, ошибаться. Так, Рубалова. Пока у меня все целенькие, да? Пока да. Но сейчас, я думаю, завалят Шреддер. Блин, все, ребят, он погиб. Что-то здесь пошло не так. Минус Дементор. Если бы мы бы хотя бы Слэша с тобой завалили. О, друзья мои, здесь фейл. Чистой воды фейл. Рокстеди вряд ли справится. Ну и Донателло тоже. В одиночку ему, ну, не потянуть. Против Слэша это... О, даже не Слэша, а Антракса. Не сможет он. Офигеть, ты видел, что он сделал? Так, давай попробуем с тобой переиграть. Только я здесь кое-что другое сделаю. А что я могу сделать? Убрать сплинтера и поставить... Так, мы посмотрим, сколько мощей. 43. 42. Ну, попробуем так вот. Взял обратно, друзья мои, Чингиза в нашу команду. Посмотрим, сможем ли мы с тобой... Блин, ну он так мало урона наносит, а? Просто смех. Так, минус один. У нас тоже Чингиза подбили. Блин, сейчас Шреддер опять погибнет. Это все Тока. Кто там? А, еще и гранитур у них, да? Нам здесь не одолеть их. Нам здесь, к сожалению, друзья мои, не одолеть. Что тогда нам придумать, а? Как нам пройти этот уровень? Даже пока ничего нету. Так, заберем с тобой здесь награду. Может быть, прокачать все-таки, а? Три уровня мы ему добавили, и он становится 153.
Так, ладно, давай еще разочек все-таки попробуем. Тут у нас награда с тобой уже созрела. Как бы нам тут сделать? Поехали, посмотрим. Блин, Чингиза надо убирать. Это вообще, ребята, ватник полный. Чё ж тебя так быстро-то разбирает, а, Чингиз? О, вот и все, ребята, он погиб. Блин, мне почему-то кажется, что это и все из-за Дементора, который вот здесь стоит. Сейчас Шреддера уничтожат. Да, это только что-то слишком мощно здесь. Да. Нет, ребята, что-то не знаю я. Нас здесь бомбят, бомбят, еще раз бомбят. А тут еще и босс будет, Антракс. Ёлки-палки. Ну что, друзья мои, давайте тогда мы с вами на этом закончим эту серию. Обязательно увидимся в следующей. И наверняка уже дойдем до босса. А вот сможем ли мы его победить? Это будет в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.